Это небольшой, это можно назвать этюдом, но на самом деле это не этюд, это из партии Боголюбова. Большого игрока, вы партии его видели. Ход белых. Очень необычно, оказывается, выиграть довольно-таки сложно эту позицию. Довольно-таки сложно. Надо быстрее. Довольно-таки сложно. Ребята, смотрите, если король h6, я быстро, вы в уме смотрите. Если король h6... Тогда король Е6, король Ж7, король Ф5, и черные выигрывают пешку ничья. То есть вот такой обход не выиграет. Только так надо. Король Ф6. Король Е8. Король Е8. Король Ж7. Король Е7. Сейчас тяжелейший ход. Ж4. Фактически этюд. Ж4, тогда Ф5 и ничья. И обе стороны проводят ферзей одновременно, и будет ничья. Ж3? Да, Ж3, два восклицательных знака. Потому что если теперь король пойдет на Е8, допустим, в данной позиции, то тогда Ж4, смотрите, представьте себе, король на Е8, Ж4, Ф5, H5. И я прорываюсь. Да, и я ставлю потом шахом. Что было в партии, смотрим. Король Е6. Это изумительная на самом деле позиция. Нет, тогда король Ф8. Такая. Непросто. Очень. Если Ф6, тогда король Ж7. И я выигрываю. Король Ф5, король Ф7. Он делает король Ф6 и Ж4. Я выигрываю там, ты видишь это? Король Ф6 он играет. Вот попробуйте выиграть эту позицию. G4. А вот теперь уже G4. Это он сказал еще раз. Потому что уже эта пешка же не может F5 пойти. Видите, какая тонкая позиция, всего-то несколько фигур, ну как фигур. Король по королю трудная позиция. Так подожди, еще же не все. Король E6. Еще не все. А ну-ка, здесь. Наверное, H5. Но на H5 это же сразу ход не годится. H5 сразу не годится. А, сейчас король G7. Товарищ Даник, посмотри внимательно. Окей. Okay. Смотри внимательно, я сразу решу. Даник, так, моя техника. Замечательно. Вообще позиция просто замечательная. G5, что ли? G5. Еще два восклицательных комментариях знака. Ну, а иначе не выиграешь. Видишь, какой? Это фактически этюд, но это партия. Этюд, когда кто-то составляет, но это партия. G5. И черные вынуждены уже ходить F5. А куда? Уже не может. Надо F5. И тогда... Мы бьем G. И тогда... H5. И тогда H5. Я пошел в ферзи, и тогда... Бьем! Бьем. Для того, чтобы поставить шахом. Видите, как все, как в этюдике маленьком. И шахом, а дальше... Все, выиграли. Уже понятно. Стой, сколько...